счастья! Мы собрались с вами накануне празднования Дня Защитника Отечества. И сегодня в нашем зале, кроме учащихся школ Первомайского района города Ростова-на-Дону, присутствуют наши уважаемые ветераны. Председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Подполковник в отставке. Горбач Лаврентьев Владимир Филиппович. Черкесов Николай Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны, зампредседателя Совета ветеранов Первомайского района. За 100 лет прошла с боями, перешагала миллионы километров и являлась везде победительницей во всех сражениях наших. Это оценить. Сегодня мы особое внимание городской совет ветеранов уделяем фронтовикам. Это наш золотой фонд нашего Дона, нашего города Ростова-на-Дону. К сожалению, к очень великому сожалению, их остается в жизни меньше, меньше и меньше. Если в прошлом году было, позапрошлом, 1340, то сегодня только 650. Представляете, как уходят ветераны? Поэтому ваша задача, как губка, впитывать то, что говорят они сейчас вам. Только они вам могут сказать правду о войне, о жестокой войне. Ни Запад, ни фильмы западные. Вот только их слушайте. Ибо Запад говорит, что не было и матросов, и кошевых, и молодогвардейцев. А вот они все знают. Поэтому я обращаю вас не только их слушать, но всячески оказывать им помощь и поддержку. Даже подойти, улыбнуться к ветерану, вы простите ему жизнь. Спросите, что он помочь может. Может надо. Вот это я к вам обращаюсь и прошу вас. Пока не ваше, это последнее поколение, вы, которые видите живых фронтовиков. Ваши дети уже все. Уже их не увидят. Поэтому запоминайте и передавайте вашим детям. Сфотографируйтесь с ветераном и вручим эту медаль. И поэтому я предоставляю слово комиссару Кировского района Попову Андрею Вадимовичу.